Так, всем привет, ребята. Значит, мы собирались пойти, короче говоря, зачищать свободную шахту. Да, чуть не забыл. До отхода с тобой хотел поговорить один из воров. Волк. Он может подождать. У нас сейчас есть дела поважнее. Как скажешь. Ну, этот волк, по-моему, нам предложит, чтобы мы сделали себе доспех из панциря ползунов. Или все-таки пойти с ним поговорить. Даже не знаю. Ну, мне сейчас впаду, честно говоря, просто его как-то делать. Там, да, там, по-моему, будут ползуны сейчас, куда мы пойдем. Но мне просто, честно говоря, там доспех будет лучше, чем то, что сейчас у нас буквально на понты, да. Только делать его, чисто внешний вид, разве что изменить, а так какого-то особого толку-то ведь даже и не будет. Все равно самые крутые доспехи мы замутим уже именно в конце игры. Вот эти рудные доспехи намутим, да и все. Кстати, о чем мы идем только с горном, непонятно, вроде бы подписывались все, да? А идем только мы с горном почему-то. Ну да ладно. Блин, далеко же до этой шахты топать, судя по всему, да? Ладно, можно даже, если что, горна не ждать. Тут же есть такой прикол, что даже если он там где-то потеряется, мы, в принципе, сами справимся, а он потом там просто, что называется, скриптанется, да? Или, может быть, можно попытаться повалиться с этими, да? Или они нас даже и не трогают. А там натуре хай живут, в принципе. Динозаврики нас все равно даже и не трогают, то какая разница. Так, вот где-то мы уже на подходе. Да, вот уже дохлые рудокопы. Да, вся фишка в том, что это даже, по сути, и смысла-то ведь нету собирать с них этот весь дроп. Я даже не знаю, что я это делаю, как-то вот на автомате. Ну, противников вроде бы и не видно. Дома мы эти обыскивать не будем, да, потому что смысла кого-то опять-таки, то есть, нету. То есть, чуваков еще ладно, там, может быть, пообыскиваем, мало ли, вдруг нам все-таки где-то пригодятся деньги, хотя на самом деле они нам уже вообще не пригодятся. То есть, даже, в принципе, вот такой прикол готики, что в начале игры ты вообще нищеброд, да, практически ничего себе не можешь позволить, не знаешь, где бы чего бы раздобыть, да, чтобы хоть как-то выжить. А уже даже не то, что в конце игры, а уже вообще вот так вот более-менее приблизившись к концу. Уже вот в той же четвертой главе мы уже просто становимся какой-то машиной для убийства по большей степени. И то есть можем уже чуть ли не всю рудную колонию купить, да? Столько у нас уже денег. Так. Ну вот, там братишки уже стоят, ждут нас. Здрастите. Эй, ты только посмотри. О, шакал. Это тот самый тип из нового лагеря, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор. Если бы тогда ты хоть немного пошевелил мозгами, сейчас бы ты был на нашей стороне. На стороне победителей. Тебе стоило заплатить мне, пока у тебя еще была такая возможность. Ты взорвался, тебе не стоило нападать на меня. И тем не менее, все получилось как нельзя лучше. Этого тебе уже не изменить, поверь. Эй, парни, взять его! Поехал! Я разрублю тебя на части! Больше не делай этого! Нифига себе, братишки, так они серьезные братки, а? А чё у меня там есть Кая? У меня есть огненный шторм, если что. Да не надо меня атаковать, братки, я ж это... Я просто посмотрел, что у меня там есть. Ой, сейчас надо как-то по красоте с ними рассчитаться. Давайте даже, может быть, так вот сохранимся, все-таки отсюда интереснее с ними разговаривать. Никому, кроме меня, не позволено затевать здесь драку. Пипец, они крутые, честно говоря, я... Смотрите, они вообще валят. Короче, с ними базарить не надо, надо их сразу валить, но и в баню. Они какие-то сильно крутые, читерские мужики. Блин, магия тупорылая какая-то, да? Пока ты ее заюзаешь, тебя уже изрешетят. Во. Вот это нормалек.
как у меня из арбалета своего достает, то прикол, наверное, вообще из этого еще самого, да? Готики возвращения что-то напоминает, да? Я стою вообще за стеной, и он из этого арбалета стреляет как с автомата, и при этом меня каким-то макаром достает. А, так они еще и вдвоем стреляют, ну нифига себе, ребята. Это вообще уже серьезно. Да нафиг его решил добивать, придурок. Ой, блин. Да. Не, местами, конечно, Гатан это просто пипец. Иди назад, к мамочке! О, нормально, я, по-моему, двоих сразу подпалил. Да, они вон горят стоят, братишки. Один сдох. Давай, иди сюда, братишка. Ну, браток. Никому, кроме меня, не позволено затевать здесь драку. Так, вали братишку. Отлично. Ой. Так, братишка, теперь надо подлечиться. Да, может быть, видите, было бы и хорошо сделать себе тот панцирь, вернее, доспех из панциря ползунов, да, потому что... Сейчас, к примеру, меня валят как-то уж чересчур быстро с этих самых луков. Ну и, в принципе, бог с ним. О, у этого эликсирчики были хороший наемник. А это стражник бомжара какой-то. Вообще жуть, а. Блин, меня сейчас завалит с таким... Блин, чуваки, это просто печаль. Я уже говорил, что это не машина для убийства, и при этом, короче, меня что-то все нагибают. Вообще печалька. Просто же, пока до них добежишь, получается, да, то они тебя уже изрешетят просто банально. Где ты, придурок? Ага. Так, надо, короче, чувака этого оприходовать. Ага. Отлично. Я уже думал, что это будет просто как нереально, да, но слава богу, таки справились. Так, где он там? Снайперы ссаные, да? Задолбали снайперить своих арбалетов. Ой, так, пообыскиваем бомжей этих. Нифига себе, у этого братишки аж 10 эликсиров было, представляете? У этого 7. А что там шакала, кстати, я выпала, мне даже интересно. Так, у него был тяжелый арбалет. А, да, фигня. Костолом какой-то, одноручное оружие. Так. Кстати, интересно, а я могу пользоваться тяжелым арбалетом? Мне даже интересно посмотреть. Где там наше оружие? Так, блин, правда, да, что плохо, что до этого арбалета сейчас пока доберешься, то задолбишься уже, конечно. Конечно, с оружием столько этого хлама вообще, как говна он просто. Так, вот, тяжелый арбалет. Ловкости надо 45, ну да, не хватает. Ну и фиг с ним. Так, еще ж я хотел ману, да, пополнить. Ага. Все, отлично. Так, а как эти ворота открыть? По-моему, где-то здесь должен быть ворот. Ну да, вот. Зашибись. Все, короче, можно входить, так сказать. Угу. Вот, а тут уже горн есть. Забавно, да? То есть ты приходишь... Вот это вот плохенький прикол, уже вот это с арбалетами у них. Это просто полный пипец на самом деле. Раздражающий даже немножко прикол на самом деле, потому что я же, ну блин, просто полный пипец. Они с этих арбалетов реально стреляют как с автоматов и при этом попадают, при этом хп сносит, я не знаю просто сколько. Горн с самого начала тупит, куда-то падает.
Хотя он, смотрите, там горн что-то бегает. О, он по лестнице поднимается. Вот так нормально, горн сейчас это. Горн сейчас затащит, братишки. По идее. Так. Да, он кого-то уже завалил. О, горн, давай, братишка, а. Так, ладно, эта тварь там с арбалетом реально борзеет совсем. Ты мразь конченая. Ты об этом пожалеешь. Ну, давай, Вася. Ой-ой, да. Без арбалета я смотрю, что ты не очень-то и можешь. Ой. Аж кончил, услышали? Так, вон там еще два урода. Так. Ну это такое, это вообще с одного... Да блин, да кто ж там еще стреляет-то с арбалета? Вы задолбали, братишки, честное слово. Так, давайте, пока он не может по мне попадать, давайте попьем эликсиров. Реально заколебали с своими арбалетами. Слов просто нет. Угу. Какой-то читерский просто урон здесь с арбалета, да, я не знаю, может быть, если бы я лук прокачал, я бы тоже так валил бы, да, может быть, я протыкал, может быть, надо было прокачивать лук, а не двуручное оружие. Блин, зачем я их обыскиваю? Реально, загадка просто готики, да, зачем ты обыскиваешь труп, потому что получается, что смысла-то ведь даже и нету, да, у нас уже и так всего навалом, мы все равно начинаем обыскивать труп. Так, а где горн-то? Где он делся? Что-то бегает там, короче. Ну ладно, будем помаленьку как-то так шахту освобождать, да? Я разрублю тебя на части! Пришел твой черед! Никакой пощады! Сейчас меня завалит, походу. А не, не успеет. Не успеет. А там он еще один арбалетчик. Они, короче, друг друга подстраховывают. Вы видали, я одного Васю убил, так там, короче, другой вылез. Здесь не показывайся. Слушайте, а может быть город надо побочь, как думаете? Братишка. Кого ты тут собираешься валить, братишка? А, вон там какой-то придурок. Вижу. Пришло время расплаты. О, вообще двойное комбо такое, да? Вообще закачаешься. Я только не понял, что я какой-то покоцанный. О, у него ключ какой-то был, кстати говоря. Ой, интересно, от чего? Да, можно задолбаться, конечно, здесь шахту вот и все вот зачищать. А, ну а вот и ползуны, да. То есть вот с них можно было бы панцири намутить. Ну да, но я, короче, не научился эти панцири вырезать. Так, ну сюда нам, значит, не нужно, потому что здесь ползуны. Опыта мне, в принципе, и так хватает, поэтому... Давайте-ка лучше возвращаться тогда. Чего не хочешь по ней лезть? Наконец-то. А, она была с другой стороны, ничего себе. Да, блин, там вообще, конечно, дальше печально все совсем. Дайте грибок собрать, братишки. Ну реально, зацените, сколько там этих придурков. А камни еще магия есть. Одни порталы, а вон огненный шар есть. А, так он тоже действует, смотрите, как этот, как накопитель, да? Ага. А, горн, короче, его добьет. А, его даже не надо было добивать. О, горн сейчас завалит того придурка с арбалетом. Красава вообще. О, он еще и говорит, не смей нападать на моих друзей. Горн вообще красавчик. Сразу и завалил ублюдка. Снайпера этого ссаного. Там он еще один снайпер.
Да, тут немножко косяковый момент в том плане, что... Говорят, типа, пойди обнеси шахту, да, вместе с моим отрядом. В итоге мы вдвоем с Горном здесь все обчищаем. Вернее, зачищаем, да. Такой косячок. Так, тут где-то должен быть этот орк, походу. Да, вон я его уже вроде бы даже вижу. Сейчас мы с ним перетрем по поводу МУ. Ой, это ползун, а я думал, что это будет орк. Это ж надо такое. Отлично. Видели, как Горн спускается? Вообще красавчик, как Супермен. Блин, а где орка-то искать, а? Это печально. Так мы вроде бы даже шахту уже и зачистили, то вроде бы я никого уже и не вижу. Это будет очень прискорбно, если придется еще искать какого-то стражника, да, который где-то там спрятался. Чтобы пройти квест. Ой. Блин, а где шорк? Наверное, тогда он где-то в той стороне, да? А, или это вообще, это все, это тупик, представляете? Пипец. Падла, куда ж орка запихнули? Я что-то просто этот момент очень плохо помню. Помню, да, что это было, что надо было валить этих стражников. Ну вот где искать орка? Я что-то вообще не помню. Куда вообще дальше идти? Кстати, кто-то, звуки, как будто кто-то руду добывает, слышите, да? То есть, походу, тут всех перевалили, такие страшные вещи прям произошли, а какой-то один рудокоп до сих пор добывает руду. То есть, ему все равно, хоть война, хоть что, да, вот такой-то братишка, смотрите. Какой работящий, вообще закачаешься. Так, нифига не видно, где там мой факел. Да не надо мне ваш, да, стул. Мне хлебушка вот взять еще разве что. Блин, по центры, я реально что-то не знаю вообще, что делать. Наверх смысла лезть нету. Тут вроде больше ходов и нету. Внизу мы вроде бы все осмотрели, там нету ни орка, ничего. Ну. То есть вот разве что только какой-то один проход остался, я не знаю вообще, что это такое. А он, да, наверное, туда нам и надо, потому что, кстати, стражники есть. Отлично. Значит, нам точно туда. А заодно и стражников завалим. Так, надо засейвиться, братишки. Так. Ушел мерзавцы. Джеронимо! Пришел. Я разрублю тебя на части. Никакой пощады. Пришел твой черед. Никакой пощады. Падал, вы задолбали за своими арбалетами, придурки тупорылые, а? Как я вообще, как спецназ, да, такой спустился, такой хопа, короче. Они вообще не ждали, да, не были готовы. Тут такой братишка спускается, начинает всех, короче, без мыла, короче, прям валить вообще, закачаешься. А в лучших традициях голливудских боевиков, так сказать. Ладно, натуре, давайте этих даже уже обыскивать не будем, я уже задолбался их обыскивать. Все равно они все нищеброды. А Горн где-то потерялся. Ну, он потом в конце скриптанется, там, по-моему, такой прикол, когда ты уже полностью зачищаешь, да. Ой, да не вали ты его. Смотрите, у меня лупит, вообще хп снести не может. Васек какой-то вообще. Он потом да скриптанется и типа такой, о, братишка, там, мы зачистили эту шахту, там, да. Так там какой-то Вася, кстати, стреляет с арбалета. А у меня-то, видись, огненный шар. Кто-то с арбалета, а, вот ты, да. Чувак горит и стреляет с арбалета, вообще жесткий чувак. Прикиньте, да, горит и стреляет. Ну вот это мужик вообще, он не боится. Он не знает слова боль, слова не могу, он, короче... Не растеряется в любой ситуации, так сказать. А это что за эликсир такой? Нифига себе.
Что, у меня одна штука осталась. Ладно, давайте этого, может быть, даже обыщем. Ой, так, ну орк, по идее, да, должен будет тогда быть где-то здесь. Так. Дети, фуфелы все. Падла. Черт! Блин, задолбали мы с арбалетом. Это просто какой-то пипец. Михаил, да что он меня достает? Не, ну вы видали, а? Бог знает, какое расстояние он меня достает. А, так я его убил вроде бы. Или нет? Нет. Так, ну этот Вася реально борзый, я вам скажу. Понятно. Ладно. Блин, реально... Не, ну я сдерживаюсь, да. Ну это хотика, да, тут в хотике бывают такие моменты, когда просто офигеваешь от игры. У чувака бесконечные стрелы к арбалету стреляет, он как с автомата, при этом я не успеваю у него огненный шар запустить, а он меня уже всего изрешетит. Как к нему добраться, еще не совсем понятно. Отступаем! Отступаем, говорю. Ну этих братишек можно и не трогать, да, они все равно от нас убегают. Нам вот этого вот дебила с арбалетом бы сейчас убить. А, он сдох, прикиньте. Вообще четкий чувак. Типа пошел в рукопашную, да, видит, что я к нему лезу, пошел в рукопашную и убился, короче. Такие вот дебилы у них в армии, короче. Ну, как и везде, в принципе. Так. Да не хочу я садиться, вы задолбали. Это вот жареного мяса я еще возьму. Так, мне почему-то никак не сдается квест. То есть я что, еще не всех, что ли, убил здесь стражников, или что? Ой. Извиняюсь, братишка, ты свободен, можешь уже не добывать здесь руду. Так, ладно, хорош собирать всякое говно, но надо подумать, куда нам идти. Насчет здесь орка нету, тут вроде бы тупик. Это у нас стражник бежит куда-то. Так, оттуда мы пришли. Я вообще не врубаюсь где-то орка искать. Ну вот там вот еще какой-то есть он, да, стражник. Блин, ну запара. Вот я не люблю такие моменты, да, когда кого-то надо найти. И вообще непонятно, где его искать. Хороший бой, только слишком короткий. Я чувака прирезал, увидели на каком расстоянии вообще. Слишком короткий. А ты чё, хотел, чтобы я этого дебила 3 часа, что ли, убивал? Так, непонятно. Наверх, что ли, топать или чё? Да нет. Тут только эти поехавшие рудокопы, которые, чтобы не происходило, все равно добывают руду. Ну, 2 этих призрака, которые от меня убегают. Ну, хай убегают, мне, в принципе, на них все равно. Мы, наверное, все-таки не отсюда пришли, чуваки. Нам, наверное, надо идти куда-то в ту сторону. Точно. О, жареное мясо, братишки. В натуре погнали, наверное, куда-то туда. Наверх я сомневаюсь, что нам нужно, а вот в ту сторону я думаю, что нужно. Наверное, там и будет, короче, этот орк и оставшиеся стражники или что. Или нет. Пипздец. Да не, мы же отсюда пришли. Вот, да, точно, мы отсюда пришли. Блин, чуваки, реально печалька какая-то, я вообще не могу понять, что мне делать. Вообще жуть, а. Пипец. Ну да, там мы точно все осмотрели, но наверху смысла нет. Орка я не вижу, и, судя по всему, всех стражников я еще не перебил. Но я не думаю, что дело в том, что я не убил этих двух призраков, правильно? Какая разница там? Призраки вообще не в счет, они все равно сматываются. Что, где-то здесь, что ли, будет этот уршак или что? О, там, кстати, по-моему, этот горн стоит, или нет? Это меня плющит.
Да сдохни ты уже, ёлки-полки. Нет, у меня, наверное, плющится. Задолбал этот ползун конченый. Наконец-то. Да, меня это плющит. Наверное, короче, да, надо, наверное, где-то здесь искать этого орка или чё. Какие еще варианты-то? Братки. А, во, это орк сидит, точно. О. Ну это уже хорошо. Давайте завалим этих ползунов. А, то, наверное, орк боится ползунов, да, и поэтому там сидит как фуфел. Сейчас мы ему поможем. И он такой, ой, ёпта, Мора, ты мне там помог, давай я тебе сделаю улу-булу, короче. Сделаю тебе хорошо, так сказать. Ой. Да ты задолбал. Блин, когда уже какой-то топор себе нифиговый размучу, да, чтобы уже всяких там ползунов валить с парочки ударов, там, задрачивать по-черному с какими-то ссанными ползунами. Так, сейчас грибов нажрёмся. Рабский хлеб. Грибы — это арабский хлеб, представляете, ребят? Вы когда на Новый год маринуете, то это значит, что вы рабы. Так, братишка. Давай, вставай там, ёпта. Тарак, нужна помощь. Тарак ранен. Да мне пофигу. Ты говоришь по-нашему? Тарак, быть рабом у люди много время. Тарак, хорошо слушать. Ты случайно не знаешь Уршака, шамана? Уршак быть раб, как Тарак. Уршак убегать, убегать много зима назад. Твой друг сказал, что ты можешь сделать для меня улу-мулу. Тарак очень слабый, нет лекарства, Тарак умирать. Незнакомец, принести лекарство, тогда Тарак помогать. Ништяк. Что здесь произошло? Тарак захватить синие солдаты. Вдруг красные солдаты повсюду. Красные солдаты убивать все. Тарак бежать сюда. Красные солдаты не ходить сюда. Красные солдаты боятся Гахлюг. Пожалуйста, помочь. Тарак ранен. Что я могу сделать? Тарак нужна сильное лекарство. Иначе Тарак умирать. Какие лекарства нужны? Гахлюг отравить Тарак. Тарак нужна лекарство. У Тарак быть лекарство, но Тарак потерять. Тарак не найти. Ну, Гахлюг, я так понял, это ползун, да? Что такое Гахлюг? Быть большой звери, ходить на много ногах. Гахлюг — опасность, ест люди и орки. Ты, наверное, имеешь в виду ползунов. Я найду твои лекарства. Тарак очень слабый. Незнакомец, торопись, или Тарак умирать. Блин, опять бегать по шахте, искать какое-то говно. Я просто, вся проблема в том, что я уже вижу, я этот квест вообще не помню. Ну, вернее, вообще, вот это нападение на шахту не помню. Честно говоря, фиг его знает, где ему искать эти лекарства. Ну, по идее, да, наверное, где-то. Наверное, где-то здесь. А. Или нет? Нифига себе, мы нашли книжку астрономии, братишки. Получили 50 опыта. Ну да, наверное, короче, это лекарство будет где-то там. Ты где-то там, за горизонтом. Так, ой, тут много братишек. Много братишек, да. Хотя что-то немного, блин, у меня что-то такое было впечатление, что их много, да. Но, во всяком случае, нападает только один братишка. Ну и хорошо, на самом деле. Зачем нам много братишек, правильно, ребят?
Да сдохни ты, мать твою, а! Ты посмотри на того падлу, а! Наконец-то! Так, давайте все, и да, их всех обыскивать, чтобы потом лекарство было искать проще. Может, вообще нам надо будет заюзать эту самую, как его, телекинез опять. Помните, как мы тогда нашли книжку Харманина? Каким-то таким макаром мы это сделали. Ой. Да, еще чего не совсем понятно, я жил вот в том плане, что... Да нет здесь нифига никакого лекарства. Чё, зря сюда прыгал, получается. Ребята. Непонятно, сколько мне еще надо убить этих придурков, стражников, чтобы прошел с квест, да? Вроде бы их больше не видно, и в то же время квест не проходится. Так, пришли мы откуда-то отсюда. А, ну нам можно еще куда-то наверх идти, смотрите. Надо только выкупить как. Сейчас, сейчас будем выкупать. Ну вот, походу, как-то так. Братишка, ты можешь тут подпрыгнуть, как-то запрыгнуть? На эту парашу не можешь, да? Угу. Так, тут нам не подняться. А тут, а? Возможно, здесь, а? Нет, здесь он тоже не хочет. Как он туда хочет? А вот, наверное, чуваки. Точно. Все намного проще. Тут он такой борзый. Да дай хоть меч достать-то, ёпты. Где факел-то мой, а? Ладно, но новый достанем. Мы буржуи, у нас факелов много. Не проблема вообще. Так, грибочки. Факел, так. Бля, ходи его из лекарства искать, уже задолбался. Вечно что-то искать надо, да? Тут травы какие-то надо было искать, помните, там целебные для этого Юбериона. Теперь какое-то лекарство этого орча надо найти. То эти шестеренки надо было искать в шахте, тоже, помните, был запарный такой момент. Ну, хотя на самом деле не запарный, шестеренки было найти довольно-таки просто. Так, ребята, вот это реально грустно. О, братишка, так мы уже зачистили. Привет! Да нет, значит, не зачистили. Так, я, походу, зря сюда вообще вылазил. Блин, где же это лекарство-то искать? Блин, я, походу, зря вообще, прикиньте, это все дело, валил этих ползунов. Я что думал, что это где-то здесь будет. Вообще печально. Но зато мы горно нашли, правда, он нам нафиг не нужен. Но... Нашли братишку. Так, ладно, сейчас мы выберемся. Ты же вроде бы врагов нету, да, что ты топор достаешь, братишка. Так, надо, короче, сюда тогда. Прыгай, братан. Ага. Так, мы нашли этого орка. Мы нашли этого орка вот там. За день его мы территорию осмотрели, там вроде бы никакого лекарства видно не было. Значит, какие у нас варианты? Возможно, где-то здесь это получается. Факел, старый меч. А, ну да, скорее всего, наверное, где-то здесь. Ты зажал лекарство, вообще, падла такое, а? По глазам вижу, что ты. Сейчас 4 часа его убивать надо будет из-за того прикола тупорылого. Ну, давай, атакуй меня, чтобы я тебя убить мог, да. Слава тебе, Господи. Так. Где там наш телекинез? Ага. Эликсир, кружка. Блин, нифига не видно, зацените, а. Руда. Блин, что ж такое, а? Где же этот ваш ссаное лекарство ваше, а? Пипец. Вон тут еще какой-то есть ползун. Oh!
Так, ништяк. Что-то за эликсир я такой выпил, какой-то конченый вообще. А это что, тоже такое? Эликсир быстрого исцеления. Нифига себе, я какие-то тупые эликсиры пью, чуваки, зацените. Я, походу, понаходил здесь. А чему нельзя, да, дать обычное просто зелье исцеления, вот наше человеческое? Типа, у него организм не принимает, будет дрестать, что ли, или чё? Где там факивают? Блин, вообще не понятно, где это лекарство. Не видать нифига. Падаю, а? Спрятали где-то. А ты бегай, как дебил, ищи. Не-не, точно не наверх. Точно не там. Так-так-так, а откуда мы вообще пришли? Оттуда, так, ну вот, оттуда мы пришли. И тут у нас нифига нет, судя по всему, ну да. Разве что вот вариантку оттуда наверх полезть, я даже не знаю. Сюда что? А, хотя что сюда лезть-то? А вот, походу, вот это говно, наверное, да? Дар богов, гриб... Да, урочи снадобья, ну слава богу, нашли. Давайте прочтем, что мы там еще за книжку нашли, дар богов. Ух ты, мана, нифига себе, плюс 2, не закачаешься, у нас теперь мана 27. Ну все, нашли мы эту сраное зелье. Так, теперь надо как-то вернуться назад. Я, честно, что-то запамятовал, как мы там шли. А, вот, да, походу, как-то так. Братишка, подымись, ёпты. Да не надо прыгать под камень, ты на камень запрыгни. Братан. Слава тебе, Господи. Так. А где там этот сраный орк? Ага. Вот, я нашел твои лекарства. Буль-буль? Незнакомец неплохой, как другие люди. Незнакомец хороший. Ну, конечно. Тарок должен благодарить. Теперь ты можешь дать мне улу-мулу? Незнакомец помогать Тарок. И Тарок помогать незнакомец тоже. Незнакомец нужно Кротак, Хастак, Двахкар и Орфантак. Незнакомец приносить все, тогда Тарок делать улу-мулу. Что такое Кротак? Быть язык огня. Быть язык ящерица огня. Где мне искать эту огненную ящерицу? Огненная ящерица жить дома. Дома Тарок. Незнакомец хорошо искать. Можно найти еще огненная ящерица на песок у моря. Что означает Хастак? Быть рог мракориса, острый рог, как нож, твердый, как камень. Где мне искать мракорисов? Жить в лес или пещера, не любить свет. Быть очень опасный, незнакомец, осторожно. Двахкар? А это что? Быть зуб болотожора. Когда этот зуб кусать, жертва никогда не убегать. Где мне искать болотожоров? Много болотожоров, где лагерь людей. Тот лагерь, где болото, конечно. Что такое Орфантак? Быть зуб большой тролль. Делать большой дырка в добыче. Где мне найти троллей? Тролли жить, где горы. Тролли любить много места. Незнакомец искать в горах на север. Но бояться кулаков троллей. Когда кулак бить, незнакомец падать с горы.
Так, мне пора идти. Квик тролля вроде бы у меня же даже должен быть, если я не ошибаюсь. Я ж там. Где это сранье все это, а? Падла, чего нету, что ли? Я не понял. Шкура тролля такая есть, представляете? Ну и говно. Вот это печалька. Реально, у меня походу нету клыка тролля, представляете? Просто клыки есть и все. И еще, кстати, я вот не помню, мне надо будет как-то обучаться этому охотничьему навыку, да, чтобы там смогти вырезать рог Маракориса, там вот это все дерьмо, язык огненной ящерицы, или типа после того, как я с ним поговорю, я смогу это все делать на автомате. Ну, рог Маракориса добыть не проблема, если, конечно, научиться вырезать этот рог, да, Маракорис убить легко. Да и язык огненной ящерицы тоже не проблема. Их там возле болотного лагеря полным-полно. И зуб болотожора не проблема. Наверное, единственная проблема для меня является, это именно, кстати говоря, на данный момент квик тролля. И по большей степени потому, что, наверное, мне таким надо этих братишек убить, да? Что за бой? Потому что я, честно говоря, не совсем даже знаю, где этого тролля сейчас искать. Блин, нифига не добавляется квест, а? Ну вот, может быть, того еще братишку сейчас убьем, куда он там смылся. Просто, честно говоря, у меня больше ни на что даже не хватает идей. Ну реально, где он сейчас может быть? Вернее, кого еще тут надо убить, да? Я уже и так всех перевалил, реально, только вот эти два призрака остались и все. Наверное, сейчас его завалим, пойдем к выходу. А, это он свалился, что ли? Я не понял. Вниз упал? Или это кто-то другой вниз упал? Ну ладно, при любых раскладах, если он упал вниз, то я думаю, что он сдох. Вряд ли бы он пережил падение с такой высоты. Так, ну вот, мы в начале, да, правильно? Вот, да, Горн бежит. Ну чё, мы зачистили, братишка? Вроде ж никого нету. Привет! Что за пипец-то, а? Короче, пошли к выходу, мне впадут что-то. Может быть, когда мы выйдем, что-нибудь сработает. Я, честно, даже уже не помню. Но явно, что такое должно произойти, ну правильно? И реально, там уже некого убивать. Я услышал звуки боя и сразу пошел за тобой. Старый знакомый. А? Но этот счет уже оплачен. Ох, парень. Это был непростой бой. Никогда бы не подумал, что люди Гомеза способны так драться. Главное, это то, что мы все-таки выбили их из шахты. Я останусь здесь и прослежу, чтобы они не вернулись. Так. Ну что, это мы сделали. Ну тогда что? Тогда, в принципе, наверное, нам надо портоваться, знаете, куда? Наверное, в болотный лагерь. Да. Там заодно поспать до рассвета, потому что уже что-то темнеет. Да, и, короче говоря, идти валить тогда болотных ящериц. Кстати говоря, где-то здесь, по-моему, будет следующая книжка Хромонина. Я вспомнил, мне еще братишка подсказал то, что, типа, там подсказка про команду моряцкую. Там как раз эти огненные ящерицы будут возле разбитого корабля. Стража! Сюда! Как бы вот. Эй, стража! Сюда! Кстати, прикольно, помните, раньше они на нас нападали, когда мы там спали, видите, а теперь мы как бы крутые, они это чувствуют, понимают, что мы же наваляем там буквально с одного удара, и уже просто убегают, зовут стражу и убегают, то есть забавный момент. Да, вот где-то возле воды там должна будет быть какая-то бухта, по-моему, да? Я вот не помню, по-моему, куда-то вот в ту сторону надо нам бежать. Там, да, будет бухта, короче говоря, и будут огненные ящерицы, разбитый корабль, там будет и хромонин, и, соответственно, языки огненных ящериц. Ну, кстати, с огненными ящерицами будет справиться нелегко, это один из самых крутых монстриков в игре. Как бы вот. Да, по-моему, нам куда-то туда. Давайте еще вот попытаемся их найти сейчас в этом выпуске. Мне просто интересно, я прав или нет. Да, по-моему, куда-то мы правильно идем. То есть мы там сразу два дела сделаем, а потом надо будет еще вернуться в болотный лагерь, завалить болотожора. Вот. Ну а потом найти где-то тролля и... Ну, Маракориса, в принципе, да, не проблема найти. Единственное, что я жру, вот надо будет учиться вырезать рог или...
Мы и так сможем его вырезать. То же самое про языки. Поэтому, может быть, давайте даже сейчас попытаемся одну эту ящерицу убить. Мне интересно, я смогу с нее язык вырезать или нет. Да, вот и эта бухта уже. Кстати, так это, по-моему, предпоследняя сейчас будет книжка, а последняя как раз и будет находиться в пещере Хроманина, там, где мы первую нашли. Мы, походу, сейчас вообще квест пройдем. Ну, вернее, не сейчас, а уже в следующем выпуске. Ну, если я не ошибаюсь, может быть, будет еще одна книжка. Но, по-моему, вот это будет, должна быть предпоследняя, там, где эти огненные ящерицы. Так, кстати, еще вот проблема, как мне валиться с этими огненными ящерицами. Она там ведь не одна. Но есть, конечно, вариант запрыгнуть куда-нибудь на камень, да, классический, что называется, и тупую их расстрелять. Скорее всего, ему ума не хватит залезть на камень, чтобы меня завалить огнем своим. Потому что они, конечно, да, они сносят ХП, мама, не горюй. В этом плане им не откажешь. Так. Нам надо же так, чтобы их достать, блин, а? О, попал. Да, главное, чтобы они не могли залезть сюда сейчас, потому что если не залезут, то мне хана сразу. Ну, вроде бы пока не залазит. К счастью. Падла. Вроде бы пока не залазит, говорю. Так и залезли, падлы, а. Нам будет как на этот второй бы залезть камушек, да, но он что-то не хочет, этот придурок. Если бы я, конечно, залез бы на второй бы, вообще проблем бы не было. Но он не хочет. Ну ладно, давайте еще раз попытаемся. Да, если они сейчас залезли, то это пиши пропало сразу. Ну да, нереал. Блин, падла, а. А камня-то магия есть. У меня же, по-моему, есть огненный шторм, да? Не, нету. Падла, что, у меня никакой магии крутой уже нету, да? Ну да, разве что глыба ледяная. Пипздец, а у меня реально боевой магии подтолковой-то ведь даже и нету. Давайте, может, попытаемся где-то одну найти ящерицу. Или какое-то другое место для боя. Вариант. Кстати, я вот и хроманин валяется, по-моему, да? А, нет, это колесо какое-то вообще, вернее, бочка. Вон, по-моему, хроманин валяется, смотрите. Точно. А ну давайте сейчас прочтем. Где там книги наши? Вот, да, хроманин, часть 5. Я нашел книгу. Да, вот, точно. Но я не должен идти по этой тропе в одиночестве. Я поделюсь своей силой с теми достойными, кто придет ко мне, кто найдет меня. Надеюсь, они придут скоро. Ты найдешь меня там, где все это началось. Ну, то есть, да, видите, короче говоря, мы уже и хроманин прошли. То есть, нам осталось только вернуться на то старое место. Там, собственно говоря... А, вот, чуваки, вот тут они нас точно не достанут. Могу, зуб даю, что называется. Или достанут? Не, не достанут. Да, там, где, короче, мы нашли эту книгу, туда вернуться, то есть в пещеру Хроманина, она там опять будет валяться, мы ее прочтем, получим там где-то около 1000 опыта, наверное. Вот. Ой, тут он опасно так залез. 500 опыта, нифига себе за ящерицу это дается. Ну да, вот видите, в таких моментах, конечно, владение луком нам очень даже приходилось. Хотя бы даже на том же уровне 30. Не такому же высокому. Или сколько у нас вообще там? Даже 15% какие-то он 30. А, вот, да, язык огня есть. Угу. То есть, видите, походу нам не надо, чуваки, обучаться этой параши всей. Потому что на автомате падают эти вещи. Понятно. Так, ну чё, тогда давайте даже, знаете, что сделаем перед следующим выпуском? Я, наверное, тогда заплыву назад в ту бухту. Чтобы не забыть. И тогда в следующем выпуске мы, короче говоря, допройдем квест Хроманин, убьем Балатажора, ну и будем искать следующие все ингредиенты для Улубулу. Ну а на этом наш сегодняшний выпуск, чуваки, закончен. Я вам, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.